Привет. Опа, а у меня новые покрышечки. Retire и Cake. Не так. Cake Eater. Сейчас объясню. Собираю новенький футбайк Borealis. Он даже колеса дал, ребилд, чтобы спицы подтянули, чтобы смазку заменили в подшипниках. Понимаю, что легкая карбоновая рама предполагает немножко другую философию. Покрышки Торнет Джонни 5, конечно, классные и гребучие, но нужно что-нибудь полегче и понакатистее. Поэтому устроил ченч. Торнет Cake Eater. Для начала взвесим. Одна покрышка весит 1527 грамм, вторая покрышка весит 1532 грамма. Ну, уже экономия в весе более 400 грамм по сравнению с покрышками Terrene Johnny 5. Ну, а теперь соберем колеса. Terrene Cake Eater. Пожиратель тортиков. Несмотря на это лайт-версия 26 на 4,6 дюйма. Это, конечно, не 5 дюймов, но философия, с ней не поспоришь. 120 нитей на дюйм, в качестве корда используется арамидное волокно, благодаря этому покрышка складывается. Ну, вы видели, ну, естественно, это бескамерная покрышка. Что касается протектора, то производитель вдохновлялся автомобильными шинами при создании рисунка. Это можно видеть по центральной дорожке, видите, вот такие вот ламели, как у автомобильных покрышек. Кроме этого, центральный протектор сделан небольшой высоты для улучшения наката, получилось 4 мм. Это можно сравнить с джумбо-джимами, только в отличие от джумбо-джимов, эти покрышки можно еще зашиповать. И, соответственно, они лучше будут себя вести зимой в гололед. Кроме этого, эти самые ламели предназначены для того, чтобы отводить влагу между льдом и покрышкой. И, соответственно, они будут лучше себя вести на скользкой поверхности. Ну и давайте измерим еще боковой протектор. Получилось 6 мм. Ну и самое интересное, я оставил напоследок. Давайте узнаем истинную ширину этих покрышек. Устанавливаем штангенциркуль. И у нас получилось 114 миллиметров. Ну а на этом я закончил. Удачи, ребята, и пока!